Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 21 апреля 2023 года. На улице очень-очень даже тепло. Очень. Лето. Настоящее лето. Но вот что плохо, что суховей сильно сушит. Хочу вам показать, какие я сделала ловчие пояса от муравьев на своих плодовых деревьях. Правда, еще сделала не на всех. Не на всех. Но собираюсь дальше продолжить. Пока времени не хватило. Вот на это я не делала. На черешеньки. Но нужно обязательно сделать. Яблоночку в первую очередь я решила спасти. И сделала ловчий пояс из обыкновенного скотча. Посмотрите. Вот он застрял. Ни туда, ни сюда. Все. Посмотрите, сколько их там остается. Вот они лазают, но сюда они проникнуть не могут. Здесь вот, вот он был, застрял и умер. Вот, ни одного здесь я не вижу муравья. Так что разносчиками тли они не будут. Внизу они есть. Вот они ползают внизу, видите? Но вверх они пролезть не могут. Вот он залез и мучается, и он никуда не доползет. Вот. Потому что липким я сделала липким наружу. Но я еще хочу обработать сад. Обработать после цветения я обязательно еще обработаю. Обрезаю. И вот у меня всегда черешня очень сильно болела. Каждый год. Но в этом году она у меня уже начинает зацветать. Ей черешне 5 лет. Черешне всего 5 лет. Тоже сделала. Видите, здесь нигде их нету. Обливала карбамидом. Все раны затянулись сразу сильным раствором карбамида, еще когда даже почек не было. Вот, липким, вот липнет, липким. Все, муравьи ушли, а было их очень-очень много, вот. Я сначала первый ряд делаю липкую на ствол, а потом по скользкой делаю липкое наверх. И оно держится очень хорошо. Так что... Так, здесь тоже нету. А внизу, вот они, видите, шагают. Вот, доползли и умерли. Доползли и умерли. Вот он, видите? Капошится все. Надо убить. Убийцы. Все, защита хорошая. А в магазине очень дорого стоят у нас эти ловчие пояса от муравьев. Ловчие, или как их правильно называют. Здесь я уже картошку посадила. И вот и здесь. Вот, нет ничего. Правильно, там я перекрыла, они сюда не лезут. Не лезут, все. И вот и на днях и сделаю на остальные деревья. Вот так, мои дорогие друзья, немножко экономию я сделала. Все очень дорогое, семена очень дорогие, удобрение дорогое, все очень дорого. Как-то крутишься своими, как говорится, силами. Пока, мои дорогие друзья.